Вернувшись в Henry Stickmin, мы можем продолжить выполнять, получать концовки. С вами, как всегда, GK, и сегодня у нас Pure Blooded Thief, и либо Ghost Inmate, либо Presumed Dead, короче, одна из двух. Вот это вот мы выполнили Aero, и у нас везде с Ellie концовка была. Поэтому я сейчас буду чередовать, сейчас Pure Blooded, короче, хладнокровный, чистокровный вор. Вот одно из этих сейчас будет. И безжалостный этот охотник за головами, короче. Тоже с одной из них. Так что давайте сначала Pure Blooded, наверное. Короче, с этим пойдем. С... как он называется? Тайный сокамерник? Или призрачный сокамерник? Поехали. Вот. Видосы, как всегда, короткие будут. Вот. Как видите, мы тут украли этот алмаз. И нас считают... нас не считают умершим, да. The Topek clan continues to remain untouched by the government of the world. Their rocket launch earlier this week has placed the space station in a stable orbit around the globe. The station has plenty of room to store all the clan's members as well as the stolen valuables. Among these valuables is the priceless Norwegian emerald stolen from the Queen of Norway's chambers just last year. The Topek clan are also thought to be the ones responsible for the theft of the Romanian ruby and the Tunisian diamond. The orbital station allows the Topek clan to easily raid any place on Earth. Две недели после запуска. Hey, Chief. О, комиксы. О, это по этого. Арнольд, господи, Гарфилд, вот. Генри, как всегда, на своем вот этим... на своем скутере. Что происходит? О, мы попали. Сразу видно босс с двумя этими. Так, оружие, кислород и хранилище. Окей. Нифига сколько. Но телепорт-то сейчас должен сработать. Я знаю, что он никогда не работал, но сейчас-то должен сработать. Ладно. О, Among Us. Чё, серьезно удалось? Это логично было, ладно. Так. О, правая рука. This is the guy that stole our ruby. Now he's trying to steal our emerald. That guy? You better take care of him. With pleasure. Ой. А что должно было произойти, мне интересно. Радо. Бедная правая рука. Right-hand man, what happened? What's going on? Breach in Orion Lounge. Find him! We can't let him get away with this again, not twice! Hey, Chief, we spotted him outside. Get him! Stop him! Fire Supreme Dominance, now! О, это что, отсылка на Звездные войны и Луч Смерти? Ну, Звезду Смерти, в смысле, да. Dominance, now! Понятно. То есть я могу понажимать еще раз загрузку сохранения, да? Интересно, что изменится или ничего не изменится? Ну, должно что-то измениться, да? Я знаю, что я теряю время и мог бы спокойно уже завершить. Или ничего не происходит? То есть я не получу никакой секрет концовки, там ничего такого, да? Ну ладно. Тогда еще один разок, и я попробую Супер Генри сначала. Но выглядит прикольно.
Все, все, сдаюсь, ладно. Понятно, ладно, не должно было сработать. Ух, нифига ж себе. О! Стой! Там была же это. Там уже были эти две картины, ну ладно. Так, а чё игра лагает-то, я не понимаю. Вроде она должна быть лёгкой. Breaking news. The Toppet orbital station has been completed. Короче, мы уничтожили ещё и станцию. The exact details at the moment. Several escape pods have been seen entering the atmosphere. The Toppet chief's escape pod was found, but there is nobody inside. Mm-hmm. Government forces state they do not know whether he survived. Не выжил, не переживайте. Вау, то есть мы стырили это из музея. Это у Топотов, то есть это музей, это вторая, кажется, глава получается, потому что первая Escape is a Prison, да. Это из третьей главы, потом... И это из концовки получается вот как раз сейчас Completing the Mission. Неплохо получилось. Так что давайте посмотрим на карту. Что у нас тут? Ну вот как раз она, да. Так что всем спасибо за просмотр. С вами, как всегда, GK. Остаемся на связи и увидимся в следующих роликах. Нифига себе, 7 целых. То есть я с телепортом угадал, офигеть. Короче, увидимся в следующих роликах. Всем удачи, всем пока, всех люблю.